Всем привет! Новое видео на канале Gadget Mania, и сегодня мы распакуем очень полезные в наше время гаджеты. Ссылочки будут в описании, ну а я начинаю. Поехали! Бруня, скажи кому-нибудь. Брунечка, скажи, что ты хочешь, чтобы никто не болел. В общем, дамы и господа, перед вами Тефаль. Это у нас, хотел сказать, освежитель воздуха, но нет. Это не освежитель воздуха, это у нас очиститель воздуха. Стоит официальная цена его 13 900, до этого стоил 16 900, а по акции я, соответственно, его взял еще дешевле. Как всегда, магазин Wildberries у нас кончены, потому что они доставляют вот с такими проблемами в коробке. Прямо в магазине я достал, посмотрел, чтобы не было трещин, вмятин на самом этом приборе, но сейчас продемонстрирую вам комплектацию, потому что я понятия не имею, что внутри. Собственно, для чего он нужен? Ну, потому что он чистит ваш воздух от кошачьей шерсти, пыли, перхоти, если у вас собаки, кошки, любые животные. Опять же, если есть аллергены, и против формальдегида. Здесь запатентованная формула 99-97, это все дело фильтрует, работает в нескольких режимах, в том числе автоматический, автоотключение 4, 6, по-моему, 8 часов. В общем, давайте посмотрим. Сразу как открываешь коробку, здесь прям сразу Quick Start Guide, то есть как и что сделать. Надо просто достать будет фильтр, который, надеюсь, есть в упаковке, и непосредственно установить. Здесь, кстати, по-моему, должны быть 3 или 4 фильтра. Сейчас все вам покажу. В общем и целом, друзья, выглядит он следующим образом. На картинках, на изображениях, видео. Полноценных таких обзоров на него нет, просто есть мнение от использования и какие-то коммерческие обзоры. Кот у меня пришел нюхать, здесь находятся какие-то фильтры. На самом деле он по факту меньше, чем на картинках. То есть он, ну вот, если посмотреть на диван, на кота, то есть два кота в высоту. Что у нас в комплектации? У нас бумажки. Вот ни в какой не в бумаге, просто бумажки. Я не понимаю, конечно, компанию Wildberries, как они относятся к своим клиентам. Если бы не сегодняшняя ситуация о том, что может нафиг все позакрываться на карантины и так далее, я, соответственно, просто бы отказался от такого небрежного отношения со стороны потребителя. Да, здесь у нас находится какой-то фильтр. Должен быть еще какой-то фильтр. Сейчас посмотрим. Вот это вот я снимаю. Да, коту обязательно надо это все дело понюхать. Как же так? По органам управления. В общем-то, здесь все просто. Кнопки механические. Решетка выдува у нас регулируется на 45 и 90 градусов. Кнопки включения, таймер, ионизация воздуха. HEPA-фильтр здесь должен присутствовать. Я видел, что открывается он следующим образом. То есть, по сути, даже здесь, везде у нас должны быть своего рода защелки, да, то есть это первое. Секунду. Так как у нас множество фильтров, первая решеточка — это, соответственно, сетка, которая забирает на себя самый крупный мусор. Ну, не то что мусор, да, ну, можно сказать, самые крупные частички в виде волос, шерсти, крупных каких-то еще штук. Здесь непосредственно уже сразу начинается очень удобная фишка, как это все дело изучать. Это непосредственно угольный фильтр. То есть это второй по счету фильтр. Это соты угольные. Они находятся в антистатическом пакете. И, собственно, их надо будет менять, ну, по мнению производителя, раз в год. Дальше идет у нас HEPA-фильтр. Это такая штука, которая на себе концентрирует большинство самых маленьких частичек до 2,5, по-моему, микрон, если я не ошибаюсь. То есть это очень маленькие частички, в том числе вроде как и, ну, можно сказать, какие-то возбудители плесени, бактерий, может быть, вирусов. Не знаю, я на 100% не могу быть уверенным, но он здесь, соответственно, есть. Дальше мы видим решетку радиатора, вентилятора. Вентилятор здесь вот такой вот. Естественно, все это дело задувается. Он берет воздух в помещении и выдувает после того, как прогонит это через фильтр. В этом пакете
Я сейчас вам покажу. В этом пакете должно быть самая мощная штука. Как раз таки именно та запатентованная технология, которая позволяет связывать молекулы формальдегида. Ну, я не знаю, атомы, молекулы, правильно, если кто-то из биологов это все дело смотрит. Связывать, то есть навсегда прекращать действие. У нас видно, что здесь коробочка не вскрыта. Вот эта штука меняется по мере того, как она станет... Сейчас покажу, то есть там тоже гранулы. Формальдегид есть практически во всем. То есть в продуктах, в пластике, в окружающих нас вещах. И везде, в воздухе в том числе. Эта штука как раз-таки, наверное, в большей степени повлияла на мой выбор. Но, опять же, цена, эта штука и так далее. Давайте я сейчас применю свой фирменный английский. Здесь написано Nano Capture Technology. Charge фильтр перезаряжаемый или какой там, какой? Change, сменяемый фильтр. Вот смотрите, гранулы, они как смола, то есть как этот... Как раз таки вот в этих гранулах и содержится. То есть там происходит какая-то химическая реакция, когда, правильно сказать, связывает атомы формальдегида, и тем самым он перестает быть вредным. Ионизация есть, но опять же, ионизация воздуха, она хороша в меру. То есть ионизированный воздух здесь правильный, то есть там, по-моему, отрицательные тоже частички. В общем-то, такой фильтр, там еще есть кое-что, сейчас покажу. В общем, в этом пакете есть еще внутри марлевый пакет, а рядом с марлевым пакетом есть бумажка, на которой написано на английском «Danger» знаю «опасность», и пока еще не перевел, то есть на всякий случай. Ну, скорее всего, для того, чтобы вот этот фильтр Nano Capture что-то там, наверное, химическое содержится, для того, чтобы он, может быть, не окислялся или, ну, не знаю, не пошел в реакцию какую-то химическую. В общем и целом, сейчас все последовательно установлю. Сначала фильтр Nano Capture, потом фильтр HEPA, потом угольный и потом решеточка. И, соответственно, уже покажу вам его включенным. В общем, друзья, смотрите, я установил вот этот фильтр, который Nano Capture от формальдегидов. Дальше освободил от пленки и просто поставил фильтр, который HEPA, который меняется раз в 3 года. Потом я устанавливаю, соответственно, угольный, тоже освободил от упаковки и просто его вот так вот ставлю, да, просто прижимаю, просто ставлю следующим образом, вот так вот получается. И после этого устанавливается решеточка, ну, вроде новенькая, на ней волос нет. Ну вот, и на этой решеточке у нас непосредственно последовательность. У нас получается 3 основных фильтра и 1 удерживающая решетка. То есть получается по факту 4 фильтра. Ну, вот эта штука крепится просто следующим образом. Здесь все интуитивно понятно, но инструкцию надо иногда читать. Я почитал. Все. То есть здесь она со всех сторон закреплена. Вот так вот выглядит со стороны. Итак, я подключил в розетку. Естественно, он будет стоять не посередине комнаты. Но здесь удобная вот такая вот ручка. То есть за ручку вы поднимаете. Он не тяжелый. Весит порядка 6,5 килограмм. И, собственно, можете перемещать из помещения в помещение. Он подключен. Здесь пленочка есть. Я пока ее снимать в течение 10 дней не буду. Нажимаем на кнопку «ВКЛ». Он, собственно, включается. Есть модель 4015 и 4025. 4015 именно это, 4025 это непосредственно... Ну, там, здесь у нас подсветочка есть, еще что-то. Вот пошел воздух. Так, собственно, что? Ионизация стоит. Фильтр 1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часов. Таймер, точнее. Это у нас... Мощность 1, 2, 3, 4. 4 скорости. Это что у нас? Ага, мощнее или слабже светит подсветка. Это хорошо, чтобы глаза никому
не била. Ну и, собственно, все. Вот таким вот образом работает решетка у нас. Воздух. Чувствуется поток сильный. По уровню шума максимум 42 или 45 дБ. То есть в большей степени не вентилятор шумит, а от потока воздуха. Также примечательной особенностью, что здесь стоит у нас датчик пыли. Если это дело все открыть, сейчас не буду трогать. В общем, там стоит датчик пыли, его надо раз в неделю протирать ватной палочкой для того, чтобы, ну, он очищался. Над потоком воздуха лучше не стоять, чтобы не продуло, вы не получили всякого рода заболевания. Собственно, вот он в автоматическом режиме, можно чуть меньше ставить. Допустим, давайте поставим таймер на 2 часа. По тестам я посмотрел, XBT провели тест, в общем, в течение 3 часов он в помещении примерно 30-35 квадратных метров полностью очищал непосредственно воздух до значений, для тех значений, которые воздух непосредственно должен быть. Я освобождал от всего рода бактерий, вирусов и грязи на 99-97, как написано, повторюсь, в маркетинговой кошеловке, но опять же. Воздух должен быть чистым, дышите хорошим воздухом, не болейте, берегите себя, мойте руки, ставь лайк или дизлайк. Опять же, если есть какие-то вопросы, пишите, потому что сейчас он продается по акциям. Ссылочка оставлю в описании. Пиши Дональд Дак, ну и, собственно, смотри другие мои видео. Обязательно, друзья, если досмотрели до этого момента, пожалуйста, нажмите колокольчик и все уведомления. Тем самым вы поможете развитию канала.